Итак, всем привет, добро пожаловать на новую серию по Liars of Fear. Мы, собственно говоря, продолжаем сюжет. Вот на том месте, где мы остановились в прошлый раз. Прошлое видео, смотрю, хорошо он так зашло. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. С какого места мы сейчас продолжим? The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ой-ой, отсюда, серьезно? Все, все, хорош. Так, а что это у нас тут в столе лежит? А у нас тут лежит ключик. Ура, я нашел, кажется, выход отсюда. И мне кажется, мы скоро откроем новую дверь. Опять там какой-то безумный барабанщик играет. Собственно. Давайте, я еще не заходил в ту комнату. Я не знаю, а ключ откуда? От какой вообще комнаты? Где-то внизу, наверное. Ну, детская, опять же, тут все, все видели, все смотрели. Рисунки. Damn boy, so let's go to the downstairs. Yeah. Я не знаю, конечно, может быть этот ключик и отсюда. Так-ка примерим. Нет, не отсюда. Ну что, погнали искать. Может, внизу что-то будет. Такое чувство, что дом как будто бы живет своей жизнью. Так, ну ключ возможно отсюда, да? Отсюда 100%. Ну-ка, ну-ка, давай-ка. Картина. Ну, немножко незаконченная картина. Явно тут какие-то лишние мазки, наверное. И что это нам тут? Как это? 6 ключей надо найти, типа, или что? Вот мозоль какая-то. Get it right this time. Ну, все равно они решили создать нечто заурядное. Это личное. Ну, я просто взял книгу посмотреть, там на ней птичка нарисована. Ну, и здесь какие-то тоже медальки лежат. Это не разбросаны по всему дому. Ну добро, я не знаю, пошли дальше ходить, бродить, может, наткнемся на что-то? А это вообще нормально? Такая телепортация. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу, 9 июня, в часовне Святого Луки в 2 часа дня. Окей. Святой Лука. Часовня. Самозакрывающиеся двери. Just out of reach. Ёлки-палки. Just out of reach, выйди из богатства.
The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Изображение Дориана Грея, книга Оскара Уайлда. Уайлда. Окей, так. Уважаемый господин и госпожа, мы невероятно рады, что вы приняли наше скромное предложение. Мы с коллегой обсудим возможные даты и пришли к выводу, что лучше всего будет открыть выставку. Неразборчиво. Вам нужно время. Нам нужно время, чтобы все подготовить, раздобыть пианино для нашей галереи. Задача непростая. С уважением, Томас Калдвелл, галерея Неразборчиво. Окей. Опять поменялось все. Старатели какие-то. Ну, тема начинается не со свадьбы, искусство начинается с холста. Ну, в этом, да, есть доля правды. Так, а мы какую-то бы часть картины нашли. Видите, там в правом нижнем углу. Так, first step in this hardest. Первый шаг в этом... В этой тяжести, я не знаю, в этом сердце. Не помню, когда последний раз доводилось их надевать, когда последний раз мог двигаться свободно. А ну мужик у нас там, походу, после войны. А, это вот его протез, походу, да? Вообще, на самом деле, это вот сверху какая-то вот пипочка выглядит так, как будто бы это какой-то, я не знаю, как это сказать, типа пляди, что ли, я не знаю, алкоголь туда прятать. Так, ну и что тут у нас? Стол, столешница, которая не открывается. Сундук закрытый. Давайте посмотрим, что в шкафу. Ну не, подожди. Я уж подумал, что он типа синхронно открывается, как и я. Так, оно откроется? Просто это явно какая-то зеркальная комната. Давай попробую сундук, я не знаю, потискать, но он не откроется, да? Просто так. Бахт, Бурило, Септум, Депин. Какой-то там. Ну что, пошли. Так, ну сундука здесь уже явно нету. Ну в каком-то зазеркале, походу. А вот и ключик, слушай. Мужик, смотри, это нам его выдал. Ну попасть назад я уже не смогу, да? Ага, меня переместило, походу, обратно. Ну добро, давай. Посмотрим, что там в этом сундуке. Так, повернись слегка налево, да, вот так. Теперь замри на мгновение, хочу правильно передать прекрасную форму твоего тела. I'm not that round. Я не такая круглая. О, мужик исчез. Мужик, ты где? Чё тебя так смазало? Never forget, никогда не забыл, не забывай. Я никогда не забуду. А здесь у нас что? И куда мне теперь? Так, ну тут явно ничего не поменялось, да? Да, я тут типа открывал полочки, там мы просто вернулись в предыдущее помещение, скажем так. Ну погнали сюда. Так, а это нормально вообще? Я понял. Это что-то с прогрузкой уровня просто было. Ёлки-палки, шо у вас там пшеница что ли сыпется?
Так, ну это явно мне пригодится. Это вторая часть из пяти. Ну да, явно какая-то пшеница сыпется. Ну погнали дальше. А с тобой что не так? Оу! Должно быть больно. Ясно, какую-то дырку провалились. В темноте и без фонарика, да? Ты написал музыку для всех картин. Сыграю тебе сегодня вечером. Уверена, тебе понравится. Неразборчиво. Так, а чё неразборчиво? You are going to love it. Тебе это понравится. Тут больше ничего и нету, чтобы было неразборчиво. И он забрал эту записку. Почему он какие-то забирает, какие-то оставляет? Слушай, мужик, тут ты так долго будешь разваливаться, ты еще тут балки двигаешь. Тут сейчас потолок на тебя упадет, и ты будешь совсем мертвый. О, ну так-то лучше. Ну-ка нафиг. Краник прямо из бочки, да? Так, а здесь ну что? Привет, прости, давно не писал. Работы навалом. Должен сказать, твое последнее письмо меня, мягко говоря, насторожило. Поверить не могу, что она созвала твои старые картины. Зачем? Особенно жаль женщину в черном. Ты всю эту картину ей посвятил, верно? Не знаю, что и сказать. Пусть срочно обратится за помощью. Ты тоже поговори с кем-нибудь. После всего, что ты пережил, лишним это не будет. Так, ну и сам понимаешь, покупатели эти новости сильно расстроили. Новые картины... продаются не так хорошо, как твои классические работы. В общем, буду дальше искать. Ты возвращайся к работе. Я в тебя верю. Твой друг и агент. Томас Колдвелл. Окей, Томас. Так, ну и что у нас здесь? У нас здесь просто забаррикадированный проход, да? Явно каким-то шкафом. А, мы в этом, типа, потайном помещении, наверное, в каком-то, да, будем? Так, и что у нас тут написано? You can fight her, she will break you. Ты... Не, блядь, ты не можешь с ней сражаться, она тебя победит. Кто мне победит? Сейчас тут явно будет какой-то... Какая-то женщина, которая будет за мной гнаться, или что, или... Сейчас тут, конечно, крыс. Look closer. Посмотри поближе. Да не хочу у вас тут мышей, блин, дофига. Серьезно, прям в огонь? Like mounts to flames. Выглядит месяца... Разгорающие месяца, я не знаю. Look likes. Давай зажжем огонь. Камина было недостаточно, чтобы угореть эту комнату. Так, что это мне тут? Ну, немножко абстрактненько, но... Давай здесь его смотрим. Тоже какие-то медальки, часть картинки. Поняша, подожди, 4. 9, 4.
9-4-6. 6-9-4, да? А больше картинок нету. Окей. Давай. А как? Ага, вот так. Ну, вроде легко. Так, есть ключик. Наверняка от противоположной комнаты. Watch out, you can fight her. Не, ну спасибо, конечно, предупреждение. Я не буду с ней пытаться сражаться. Я так и сделаю, иначе никак, ради нас, ради семьи. Что это там? Не какая-то, ладно. Which color shall I choose? Какой цвет я выбрал? Ну, я не знаю, какой ты там цвет выбрал. Красный, наверное. Так, сохранение. Моя красная краска. Ага, то есть либо ее глаза, либо моя красная краска, да? Угу. Я понял. Похитители протезов. Ненасытные ублюдки, но новых денег не хватит. Ногу-то за что? Найдите набросок крысы. Shapeless Dreams. Какие-то там мечты шершавые. Это было Sharpless. Shapeless. Прошлой ночью мне приснился прекрасный сон. Ну хорошо, мать. Бывает. Так, здесь у нас закрыто. Почувствуйте вашу вторую половинку. Восстановите отношения. Верните радость в ваш брак. Разожгите пламя. Не бойтесь, вы не одни. На телевизионных экранах отношения кажутся идеальными, но мы-то, простые смертные, знаем, идеальные людей не бывает. И знаете что, ничего страшного. Многие влюбленные пары день ото дня борются за отношения, но в этом нет ничего особенного. Отношениям нужно работать, и мы в этом вам поможем. Ваши консультанты, наши консультанты, лучшие специалисты в своей области. Они помогут вам найти источник проблемы и постепенно его устранить. Обычно недопонимание, проблемы с деньгами, две противоположные личности. У его проблемы есть решение, и помните, никогда не поздно. Ну да, есть такое. The past holdbacks. Прошлое остается позади. She will break you. Она тебя сломает. Здесь то же самое написано. Так, дорогая, думаю, для Таканы здесь не место. Гости будут слишком сосредоточены на своей музыке и упустят все остальное. Мы же с тобой все-таки семья. Это выставка о нас с обоих. Уверен, Томас того же мнения. Возможно.
Стоит статуя у статуи. Нету головы. Так, ну и что? Ну и смысл этой комнате? И тут что-то найти надо, открыть, я не знаю. Ну чего-то такого прям примечательного я тут не вижу, конечно же. Ну, кроме винишка, там, не знаю, графинчиков. Ладно, пошли назад. Ой, чую, скримак сколько будет. Ой, чую. Или нет? Так, ты мне там дверку откроешь? Не откроет. Ну, слушай, тут наверняка мы что-то опять пропустили. Возможно, какой-то опять ключик там. Какие-то опять нотки. Там закрытая дверь. Окей, я понял. Так, ну и в чем прикол? Вот картина, два картина, три картина, четыре картина. На потолке вроде ничего нету. В принципе, записка какая-то, которая почему-то нельзя почитать. Ладно, раз нельзя, значит, не относится к теме, да? Почему, типа, вот с этой стороны она, типа, как нарисованная, а с этой нет? Или мне тут нужно как-то встать, чтобы их как-то увидеть все? Или что? Я понять не могу. Или что-то я там через нее должен увидеть. Ага. Что-то я на какой-то прикол с этими картинами. Я пока не понимаю, какой прикол. Ага, а вот и дверь. А как мне в эту дверь теперь? А, через левую сторону. Окей, я понял. Интересная загадка. Но у меня ключа нету. Ну сейчас, конечно, может что-то поменяется. Мать, дверь откроешь? Не откроет. Назад выпустишь? Возможно, я где-то пропустил ключ. Что это, блядь? Я типа не должен был сюда возвращаться, да? Ну окей. Ладно, я пошел. На, подгрузка помещения. Окей, давай. Открой, открой. Как уж реветь там. Не реви. Не реви. Кому говорю, не реви. Так, что дверь опять закрылась, да? Ну я ж тебя уже открывал. Что ж ты делаешь? Да блин,
Да хоть какую-нибудь мне, пожалуйста, открой картину. Ну блин, я ж тебя вижу, давай, открывай. Сюда? Сюда. Слушай, а ключ как ты мне где-нибудь там не нарисуешь от этой дверцы? Ну слушай, походу придется искать этот ключик через эти картины. Я не знаю, кто-нибудь видит какой-нибудь ключ? Я так не вижу его лично. Ладно. Так, ну, статуи здесь нету, да, получается? Но зато есть ключ. Ёлки. Не, ну вряд ли. Всю игру будет лить. Эти гарантирую. Есть еще кусок картины. Это фотокарточка или что это там? Кусок мыла. Как два человека, когда-то влюбленных до безумия, могут так сильно отличаться друг от друга? Мой муж перестал со мной говорить. Часами напролет сидит в своей мастерской, усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, который подарил меня на днях, жалкий и болезненный взгляд. Смесь стыда, вины и отвращения. Я поняла, что стала чудовищем в глазах супруга. Такое не должно испытывать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне не остается ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что ж, как тому и быть. Ясно. Короче, у матери на фоне одиночества, походу, крыша по фазе поехала, как и у этого нашего автора, который картины рисует. Одну за другой. Ну, знаете, когда человеку хочется, там, я не знаю, успеха, знаете, достичь, у него там все не получается, да не получается. И вот начинаются вот эти вот работы в ущерб, не знаю, личной жизни. А ты пытаешься, стараешься. Ёлки. Акула, не знаю, кто это, мужик какой-то длинноволосый. Рука и нога, типа, и что? А вот, я понял. Здесь что написано? Мой дом — моя крепость, пока я внутри, мне ничего не грозит. Ну, у тебя и почерк, конечно же, мать. Ну, вот так она, типа, на ментальном уровне забаррикадировалась от него. На самом деле, игра со смыслом, я тебе так скажу. Есть ли что-то такое из жизни? Так, я присесть не могу, да? Тут вроде тоже ничего нету особенного. Так, и типа я тут кругами буду ходить вот так вот, да? Going in circles. Идея как, ну, по кругу. Ну, окей. What fuels my passion? Going in circles. Что мною двигает? Двигайся как циркуль.
Кадзикугами. Кадзикугами, Кадзикугами. То же самое, что переводил в кушной комнате. Винишка. Слушай, здесь столько бутылок, блин, разбросано. Ты решил подобрать именно эту. Так, не понял. Ну, те, типа, вот такая белая ваночка и какой-то бухлишка, да? I make a wrong choice, yes, or not? Так, пока лифты рвут меня, сводят с ума. Не даю себя вылезать. Ну, братан, ну меньше бухать надо было, когда картины рисуешь. Я все понимаю. Ну, походу, я правильно все сделал, надо было эту темную брать. Нафига тебе в столе рыба, которая еще походу и живая? Прости за вчерашний, ты была права, я переборщил. Просто дело тут не во мне, дело в ней. Я стараюсь делать все в ее интересах. Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству. Ну вот, теперь я говорю, как мой отец. Но я буду работать над своим характером, обещаю. Поговорим потом. Кисть. Ненавижу. Мне всегда казалось, будто письма, написанные ею, прислала чужая рука. Писала чужая рука. А. Если перо у тебя такой, типа, как рука какая-то. Окей. Ладно, оставим рыбку в покое. Так, out of water. Выйди из воды. Так, и чё, о чём прикол? Ну, тут пару карасей, конечно же, плюскается. Назад меня не выпустят, да? Ну, давай свет включу. Выходим из воды. И не заходим туда вновь. Вот последняя часть картины. Вопрос, куда мне ее применить? Жанчина. Так, некогда великий творец, художник, смеялся в галереях. То, что мы сегодня увидели, хоть не имеет совершенно никакой ценности в художественном плане, возможно, будет любопытно изучить с психологом. Такие редкие слова мы услышали ни от кого иного, как от Джейсона Хьюса. Знаменитый критик. Одним из первых отметил работы, и его похвала способствовала потрясающему успеху живописца. На вопрос, заслужила ли картина такой грубой критики, особенно в свете недавних исторических событий, Хьюз ответил, наша работа критиковать искусство, а не осуждать художника. Этот человек недавно прошел через многое, и это, видимо, на нем сказалось. И все же, если мы помолчим и притворимся, что можем хоть и с натяжкой принять подобную работу, это заслужит плохую службу самому художнику. Остальные критики были чуть терпимее, поскольку Critical were only skin more legend, as ну да, короче, там оборвано. Потому что боялись что-то сказать. Ебать, бахануло. Нормально так.
Здесь у нас что? Конечно, тут много читать. Заголовок «Идеальный друг Союз». Неожиданно отказавшись от привычного консерватизма, пользуясь экспериментом, Томас Калдвелл открыл своей галерее поистине невероятную выставку. «Это прекрасный день для меня и моей супруги», — заявил он неразборчиво на церемонии открытия. «Для нас это не просто выставка, искусство — неотъемлемая часть нашей жизни. Музыка неразборчиво сопровождает мои картины точно так же, как она сопровождает меня в жизни». Предполагается, что после выставки Томас Калдвелл и кто-то там заключили некое соглашение. Окей, возможно, заключили, возможно, не заключили. Она только мыслит, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии. Убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Осталось без ответа, да? Watch out. Что-то там шевил. Очень быстро появилось, очень быстро исчезло. She's close, watch out. Она близко. Смотри. Не, ну в принципе могу поверить. Давненько уже вроде играем в Хаганюшку. У нас все еще никто не нападал. Так, мать, я пошел. Давай не скучай там. Холст мне подойдет на таком, кто угодно умеет рисовать. А я не кто угодно. Ну да, бывает, бывает. Для меня Холст это вам... Не знал, просто сваливать, не сваливать. Ёлки-палки. Сначала искал холст, необычный холст. Надо было найти нож, не тот, который режет хлеб. Нужен был острый, как бритва. Потому что в конце концов взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Дырка помогла унять дрожь в руке. Что, серьезно решил на коже нарисовать? Походу. Я не знаю, подожди, может тут записка что-то поменялась? Нет, записка все то же самое. Ладно, давайте, короче, ребятки, мы на этом серию закончим, да? У нас с вами был Зазепа, лайк, подписка. Вот, все, ждем продолжения. Серия вышла пободрее, чем прошлая, так что всем пока, увидимся.